это – иногда делать вещи, которые она любит. А у тебя что? А у меня любовь – это совмещать приятное с полезным. Эти мелкие уже совсем офигели. Ходят по кампусу и везде обнимаются. Камиль, пообещай мне, что ты больше никогда так надолго никуда не уедешь. Обещаю. Ой! Халк! Камиль, все хорошо? Да, все в порядке, только голова болит. Бро, прости, я не специально. Просто хотел трехочковый забить. Поздравляю, Халк, ты промазал и попал в моего Камиля. Бедненький, все хорошо? Да, все хорошо. Ладно, ребят, не буду вам мешать. Пойду дальше забивать свои трехочковые. Постараюсь быть аккуратнее. Халк, еще раз ты попадешь на своим мячом, я тебе его об голову сдую. Меня так бесит, когда Халк строит из себя крутого парня. Тупица. Эндж, он крутой и накачанный. Инь, только не говори, что он тебе нравится. Да, очень нравится. Он сильный. Да, сильный. И без мозгов. Слышь, Халк, поаккуратней со своим мечом. Простите, девчонки, я не специально. Просто силу не рассчитал. Ничего страшного, Халк. Мне нравится, как ты играешь в баскетбол. Инь, угостишь меня сегодня вечером своей корейской лапшой? Я ее очень люблю. Чё, блин? Ага, угощу. А еще у меня есть корейское кимчи. Хочешь? Кимчи? Тоже хочу. Халк, ты крутой. Фу, какой кринж. Ну что, договорились? И возьми побольше лапши. К вечеру я буду очень голодный. Что, черт возьми, сейчас это было? Как же меня бесит, когда Милана обнимает моего Камиля. Так бы и врезала ей. Она еще делает ему чпуньк? Вот наглая повторюшка. Мэнди, а че ты тут прячешься? Привет, подружка. А я не прячусь, я за порядком слежу. А, все понятно, ты сидишь за Камилем, ничего нового. Что? Я? Ты думаешь, мне больше заняться нечем, кроме как следить за вашим Камилем? Больно он мне нужен. Мэнди, меня ты не обманешь. Я тебя очень хорошо знаю. И перестань меня называть подружкой. Ты мне не подруга. Хочу тебе напомнить, что я в твоей команде. Это временно, детка, временно. Гуфи-вонючка, гуфи-вонючка. Гуфи-вонючка. Подождите. Быстрее! Подождите, мне нужно настроиться. Ты серьезно? У тебя что, руки не с того места растут? Бонни, зачем ты взяла ее в нашу команду? Она даже ракетку держать не может. Девочки, это была всего лишь разминка. Сейчас будет крутая подача. Вот, смотрите. Фу! Если это кто-нибудь увидит, мы опозоримся. Нам надо посоветоваться. Все, выгоняем ее нафиг из команды. Согласна. Девочки, кажется, вы забыли, что когда я вас взяла в команду, вы играли еще хуже. Так что не капайте мне на мозги. Ладно, дадим ей еще один шанс. У тебя еще одна попытка удивить нас. Последняя. Сейчас вы точно удивитесь. Ой, перестаралась. Крис, ты в порядке? Да, я в полном порядке. Тоже мне теннисистка, не умеющая играть в теннис. Да, это полная безнадега. Боня, и что мы будем с ней делать? Я знаю. Сейчас мы научим тебя подавать. Девочки, тренируйтесь.
тренировка началась. Я готова, подавайте. Еще раз я услышу из твоего маленького рта такие громкие заявления про теннис. Тебе конец. Понятно, крошка Лу. Бич. Да поняла, поняла. Че тут непонятно? Тупые вы пендрёжницы. Прикольно сказано. Так, ребята, у кого сколько денег? Мне только 5 баксов. У меня 2 бакса. У меня 10 баксов, но я не дал. Не понял. Мы же договаривались, что скидываемся и идем в кафе. Если Мия не скидывается, значит и я не буду. Дилан, гони мои 5 баксов обратно. Понка, сядь, сейчас все порешаем. Мия, это нечестно. Ты должна скинуться. Но мне нужны эти деньги. И коплю их на подарок Гуфи. Гуфи мой краш. О, Мия, это так романтично. Тоже мне романтики, но подарки они копят. Окей, мне это уже все надоело. Значит, пиццу будет есть тот, кто на нее скидывался. Ну и пофиг, я не буду есть вашу пиццу, у меня сэндвич есть. Ха, Мия в пролете, не будет есть пиццу. Ладно, я скинусь за свою Мию. Вот еще 2 бакса. Так, Гуфи, откуда тебе еще 2 бакса? Ты же говорил, что у тебя нет денег. Ты что, балабол? Я не балабол. Я просто экономный. Видели, какой у меня парень? Экономный. Я просто коплю на новый компьютер. Да мне пофиг. Пошлите уже в кафе. Я кушать хочу. Привет, меня Кэти. Привет, девочки. Вам тренировка в 3? Да, и не опаздывайте. Окей. Стоять, тигрица. Пришел охотник. Чё? Чак, ты что, стукнулся своей пустой головой? Какой еще охотник? Я охотник, ты тигрица. Если ты понимаешь, о чем я. Чак, с тобой все в порядке? Со мной все в порядке. Просто у Чака сегодня хорошее настроение. Если ты сейчас не прекратишь ко мне подкатывать, я тебе его испорчу. Ну все, тигрица. Охотник Чак разозлился. Вы арестованы. Чак, что за фигня? А это еще не все. А вот теперь все. Ты, придурок, ты что натворил? Быстро снял с меня свои наручники. Быстро снял с меня свои наручники. Я сейчас сниму. О май гад. Извините, пожалуйста, можно поинтересоваться, что у вас здесь происходит? А, я, кажется, все понял. Чак и Кэти, лавки, лавки, Чак и Кэти, чмоки, чмоки. Заткнись! Ты что, не видишь? Я учу тренера Кэти, как надевать наручники на преступника. Ага, кстати, Чак, а мне понравилось. А давай теперь на левую руку попробуем. Вдруг преступник левша. О, давай. Че уставились? Вам же сказали, у нас тренировка. Свалите отсюда. Я тебе говорю, быстро снял с меня свои наручники! Ау, ау, если ты перестанешь меня бить, то я сниму. К-
Кажется, я ключ потерял. Ха! Тренируются они! Преступников играют! Делают из нас дурачков, а мы не дурачки! Так, ребята, вы случайно Кэти не видели? Видели! Она там с Чаком наверху в наручниках! Что? А, Фонка пошутила, мы никого не видели. Чак! Ты безмозглый кретин! Ауч! Чак, я не буду с тобой целоваться! Ау! Заколка! Мне нужна была заколка. Я такое в фильмах видел. Давай быстрее! Ага, сейчас, сейчас. Чак, ты открыл! Да, тигрица, ты свободна. Охотник тебя отпускает. А вот это ты видел, охотник? Прикольный маникюр. О, Макс, привет! Ты что, читаешь книжку про яйца? Это не мое! Попросили передать! Кэти, пойдем, нам нужно серьезно поговорить! Фух, пронесло. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые серии, иначе я вас всех арестую.